Общественный транспорт – сфера экономики, которая способствует развитию других отраслей. Ежедневно в Кузбассе на линию выходит более 2800 единиц техники, которые перевозят более 1 миллиона пассажиров. Их главная задача – обеспечить безопасность пассажиров и предоставить им качественные услуги по перевозке. При исполнении государственных муниципальных контрактов транспортники ежедневно сталкиваются с проблемами. Например, только за последние 3 года цена на топливо выросла более чем на 30%, на электроэнергию – на 69%, на запасные части – от 50% до 70%. Между тем, тарифная политика в Кузбассе не менялась с 2015 года. На сегодняшний день стоимость проезда в регионе является одной из самых низких в Сибирском федеральном округе. Повышение стоимости проезда в транспорте в настоящее время поможет удержать предприятия на плаву, предотвратить их банкротство. Наши транспортные предприятия перевозят, самое главное, это людей. Так как давно не пересматривался тариф, наши предприятия практически подошли к состоянию банкротства. Транспорт изношен, мало квалифицированных кадров, и, конечно же, это все сказывается на безопасности перевоза наших граждан. Конечно же, я поддерживаю это и считаю, что самое главное для областных, региональных наших властей сохранить те льготы, которые были предусмотрены для незащищенных слоев населения. Сложное положение. Думаю, что вот принятие решения о повышении тарифов, конечно, это важный шаг, болезненный шаг, но он необходим. Наши соседи на сегодняшний день уже работают на пассажирских перевозках с тарифом более 20 и более рублей. У нас же тариф 16 рублей и 18 рублей на маршрутном такси. Думаю, что и население поймет, и сами автомобилисты воспрянут. И вот этот транспортный коллапс, который приближается, я думаю, что пассажирские автотранспортные предприятия не позволят допустить в случае повышения тарифа. Если тариф не повысить, то это другая вещь. Будет остановки, количество меньше рейсов на автотранспортных предприятиях. Естественно, ожидание будет увеличено, количество рейсов снижено. И вот в результате этого, конечно, люди будут недовольны. Нужно выбирать из двух зол. Я думаю, что нужно повышать тарифы.